Всем привет! Меня зовут Марина Гриценко, и я приглашаю вас присоединиться в путешествие по США, которое называется «От Нью-Йорка и до Майами». Это путешествие рассчитано на тех, кто за 2 недели хочет побывать и на севере страны, увидеть Нью-Йорк, столицу Вашингтон, посмотреть на красоту Ниагарского водопада, но и также отдохнуть на пляже, например, поваляться на пляжах города Майами, и также совершить настоящий роуд-трип и отправиться в путешествие в замечательный город Ки-Вест, который находится на острове и является одновременно самой южной точкой материкового США. За 2 недели мы посетим такие города, как Нью-Йорк, Вашингтон, отправимся насладиться красотой Ниагарского водопада. Затем мы возьмем билеты на самолет и отправимся на юг, штат Флорида. Там мы побудем 2 дня в городе Орландо, где вы на выбор сможете посетить один из всемирно известных парков развлечений. Это или Disney World, если вам от 3 до 12, к примеру, или парк Universal Studio, если вы уже взрослый человек, но не против повеселиться и клево провести время. Из Орландо мы отправимся в Майами, где несколько дней поваляемся на пляже, а потом на автобусе отправимся в настоящий роуд-трип по островам Флорида Кис и доедем до самой южной точки США, города Ки-Вест, в котором, кстати, любил проводить свое время Эрнест Хемингуэй. В этом путешествии мы будем жить в настоящих квартирах настоящих американцев. Вы сможете познакомиться с культурой и бытом этой страны, уже начиная с места, где мы живем. Что касается питания, мы будем пробовать абсолютно разную еду, будем ходить и в кафешки, и в рестораны, и покупать очень много еды на улице, потому что в США это нормально и принято покупать еду на улице, и есть исключительно нездоровый фастфуд, который там здоровый. А также, так как мы отправимся на юг страны, во Флориду, мы сможем есть в неограниченных количествах морепродуктов. Это путешествие будет проходить в мае, июне и июле, и это очень хорошее время года для подобного путешествия. Тепло будет как и на севере страны, в Нью-Йорке, Вашингтоне, так и, конечно же, во Флориде. Мы сможем очень много времени проводить на улице, загорать на пляже и купаться в океане. Вся группа собирается уже в США, а добраться непосредственно в Штаты вы можете любым удобным для вас способом. Я не подвязываю никого под определенный рейс или авиакомпанию, потому что люди могут лететь из разных мест или покупать билеты в разное время, и разница в цене или каких-либо удобствах будет достаточно ощутима, поэтому есть просто дата старта тура, в которую я жду вас. А вы сами выбираете, какой авиакомпанией лететь, каким рейсом, или, не знаю, вы там, возможно, совершите путешествие из Европы на пароме в Америке. При необходимости я с удовольствием помогу вам выбрать авиалинию или наиболее оптимальный перелет, чтобы добраться в Штаты. Всю информацию об этом путешествии вы можете найти на платформе Mynex Travel и также через эту же платформу связаться со мной, забронировать путешествие, задать любые вопросы, которые вас интересуют. Давайте путешествовать вместе, давайте путешествовать иначе и давайте путешествовать по Америке.